Сила. Я вообще думал, ну, этот контент никому не зайдет. То есть обычно, ну, все привыкли к каким-то PvP-мувикам. Поэтому думал, ну, просто прокатится и все, и никто этого не заметит. Ну, в итоге вроде как понравилось много кому. Хоть и дизлайков там немало. В джинсовке. Стой, погоди. Вот он. Если не тяжело, пожалуйста, скажи, сколько у тебя атаки ТМ. Атаки у меня 902. АТМ. Даже сам не помню. Ну, 1400, можно сказать. Ровный. Я звук музыки убавлю чуть. Хз, как сейчас. Но должно быть получше. Бля. Спасибо. Но я не стример, и чисто фаново подключаю. Обычно если просят только.
Бля, успел. Успел то, что не надо. Проиграю, походу. А нет. А, да. Thank you.
Бля, да. Сейчас еще раз повторю. Смотри. Блядь. Смотри. Вот, допустим, СИТР. Я могу всеми клеймами бить. Они все дают урон, но все дают магический урон. ТР не сбивается ни с одного клейма. Могу туман юзать, тоже не сбивается. Но любая физатака и ТР кончается. Допустим, сейчас покажу один момент. Очень такой тонкий. Допустим, ты даешь клык. Даешь ТР, допустим. Так, сорян. Даю ТР, получается, он висит. И я, допустим, даю оковы, но ТР также остается висеть. И если это Глад, допустим, который с ББ, то я могу побить немного автоатаками, а потом еще дать засаду, если она у тебя есть. Поэтому вот так. И можно с этим, ну, выиграть в уроне немало. То есть, если делать оверклок урона, то это решает. Думаю, я ответил на твой вопрос. Эх, лол. Так сины катают между друг другом, когда ТР не сбивают. То есть они юзают ТР, потом юзают КУ, спасение, то есть от клейм ничего не будет. Надо втянуться. Хорошо Сорг играет, хоть и с пингом, я думаю, у него явно не топовый пинг, но катает очень хорошо, то есть, наверное, даже один из лучших на сервере, даже не наверное, а так и есть. Бля, что сделал? Ох, лол. Не все дерево. Боже.
Молодец. Зря подошел близко. Хороший повод. Ну, зальет, не зальет, зальет. Зальет. Бум. Ха, я выиграл. Лол. Подлагиваем. Сейчас хороший нам, да. Да блин, ну мы последний раз, когда катали, это было, конечно, давно, когда я еще плотно играл. Но я чувствую, что как бы, ну, не в лучших своих кондициях. То есть по реакции уступаю сильно и так далее. То есть, ну, ничего страшного. Да я думаю, вряд ли он на счет играет или еще что-то. С ним нормально, да, с ним интересно играть. Наверное, несколько сортов осталось. Это какой-нибудь жонглер, с кем интересно. А, Гайрул. Ну и вот он. Ну и все. Больше, я думаю, никого нет. Бля, он еще и укатился. Ох, лол.
Что-то ему не везет. Опять вин. Ну, типа, на такой мелочи вообще. Смешно. Поймал. Поймал на уклон. Даже Катя играет еще. Сейчас скажу, кто в сети. Ньюм, Катя. Катя аж с двух окон. I need healing. Вот это я хз, кто такой. Не понимаю. Ну, блядь, что это такое? Подлагивает еще. Что-то какая-то музыка ебучая. Бля. А чё мне ничего не остается делать? Я проиграл. Хотя у меня фулка, но у него еще есть ураган. То есть он сейчас максимально надамажит через воздушку, потом подойдет еще и ураган. Если это да, вот идет ураган давать. Не дал. Я еще живой. Лол. Смешно. Какие-то странные дуэли получаются. Он где вообще? А, вот. Ой, поймал. Все, я проиграл. Одновременно нажали. Почти. Вряд ли думаю, что он так и хотел. Ну тут он всеми станами промазал. То есть ураган кинул в КУ. И молнию кинул в КНУ. То есть без вариантов вообще. Ну, типа можно было исхитриться, но ему уже нет. Не в этой ситуации. Без прокаста. Ну не, убьет. Какой-нибудь твит бы подстраховался еще одним контролем, чтобы кинуть усилок каста. И потом бы только начал раскатывать.
боязнь непонятно чего. Неплохо. Но нет. Сам себя, короче, затроллил отменой касту. Отменял, отменял и в итоге кастанул, походу. Как я это понял. Потому что я думал, немка накинется все-таки. А нет, все слив. Можно, конечно, станцию инвиза еще поставить, привет. Но что-то как-то лень. Не хочу. Но это типа оставит мне целую засаду. И в случае, когда он будет меня уже в контроле бить, штурмовым и так далее, есть вероятность, что выбьет соков, я ебану ему. А там где-то муразы, там было разбито. Лол. Это я еще свитками не вымазал все. Окей. Блять, не успел. Ну тут нереально, если он меня так ловит и я не подстраховываюсь к КУ, то я сливаюсь. Потому что потом он уходит под иллюзию, и я сосу. Потому что засаду я уже не дам. Если только через режущую отыгрывать, но я не успею нанести клейма. И в итоге остаюсь без уклона. Вообще, начинать с клыка, конечно, говно затея. С нормальным сорком. Блять, ну я же нажал уклон. Боже, куда он ушел? Ну я еще с шоком. У меня все шансы. Да, я выиграл. Ну Эвика играет с молнией еще, с верхней ветки, которая на ходу бьется. Плюс опять же немота, да. То есть у меня слишком ограниченный запас тактик. И тут все упирается на то, что сорка ошибется, а не я буду молодец. Больше-то как бы это решает. Ох, лол. Докастовал. Тут как бы получается, я за 8 секунд должен поймать сорка на немоту. Все, других возможностей нет, по сути. Сейчас, кстати, попробую по-другому немного сыграть. Ну, получилось. Опять поймал на стану и выиграл. Со стигмами для лока ему интересно так же, как с локом. Ну, там, видишь, идет игра в лок, а не вот в такую херню, как у нас с ним. То есть, я считаю, с неохосином это поинтереснее все. Как ни крути. Блять, ну я же нажал, лол.
Обидно. Просто тут Сорг может себе позволить юзать иллюзию не для того, чтобы разлочиться, а для того, чтобы, ну, под засаду, допустим, для уклонов. Потому что сняха с ином Сорг юзает именно для разлока, допустим, чтобы снять туман. А с Асмасином он юзает, ну, ему же не от чего лок снимать. Он юзает сходу, чтобы... Ой, лол, я проиграю. Нет, я выиграл. Хех. Вообще на соплях. Ну да, там красивая игра, тут дамаг. Ну тут там, видишь, двойной идет лок. Кто кого перехитрит. Все это довольно динамично также выглядит. А тут просто я как кукла для битья, у которого там возможность поймать на немку и все. Духота, короче. Лол, я не был с немкой. Ну, я выиграл. Лол, ну, он до... Все. Лол. От яда умер. Было бы... Какое-нибудь перо, допустим, более критовое на один шаг. Ну, именно на одну цифру. Он бы выиграл. Блять, не сбивайся, ёбаное говно. Сколько раз надо было пиздануть мне, чтобы эти ебучие акулы спали. А банки кончились. Печально. Но я выиграл. Хотя... Фу, блять, это мега красиво было. Я ж сохраню это. А, вот, найс, у меня Shadow Plane включен. Блять, включен. Почему не сохраню? Вот. Ну, блядь, я аж с засадой ворвался, чтобы уклон этот последний снять. Все это проиграл. Могу пока песню переключить, пока там расконтроль идет. Слишком долго. Почему у меня на нем единица? Я вроде не жал. Не, воин стоит возвращаться. Если все комбокнутся, а так... Ну, конечно. В Солянова, тем более ты в Колизее особо не сидишь. Это ладно, я могу вот так зайти, покатать, как бы мне никто не нужен. А так, хз даже. Что тут делать? Опа. Мисс. У меня нет банки. Я залью? Да, я залью. Лол. Испугался. Думаю, если сейчас не кританет, то я могу сосунуть. А банок бы купить, конечно. Есть моменты, где можно пережить за счет жира. Ой, он все очень херово сделал.
Бля, интересные дули в любом случае. Ну, такие. Он, конечно, ошибается, бывает, на пустяках, вот как сейчас. Но в итоге это неплохо выглядит, потому что он, ну, пытается извернуться как-то из этих ситуаций. Не всегда получается, конечно, но все равно это интересно. Ну, я думаю, где-то 50 на 50 играем. Может, 60 на 40 даже било. Я себя вроде комфортно чувствую. То есть, есть какие-то моменты, где в лучшей форме я бы затащил дульки. Но в целом, вроде неплохо. Вот опять он ошибся с Лаганом. Он ураган, я, то есть, начинаю со стойки в инвизе, с КУ, начинаю с клыка и вспышки. Когда я выхожу с инвиза, он отдает в КУ свой ураган, и поэтому проигрывает. То есть, это основная причина. Ой-ё. Блять, но он ошибается много. Я ошибаюсь, чувствую, что медленная игра, ну, по сравнению с тем, что обычно. И ошибаюсь при этом, но он ошибается еще больше. Либо он тоже давно не играл, либо хз. Ну, на самом деле, просто мы оба ошибаемся, и в итоге он просто делает больше на одну ошибку. Я выигрываю. Вот снова, он снова проиграл. Я думаю, он, ну, вероятность очень большая, что он проиграл. Да, он проиграл. Он много ошибается, блядь, очень. Ну, блядь, отдавать ураган уже порядка 10 штук. Знает ведь, что я с инвиза начинаю с КУ. Ну, типа, нахуя давать каждый раз ураган. И это у него ключевой стан. Без него он нихуя мне не сделает. Ну, типа, может, но если я только басу. А вот сейчас я начал уже без. И он снова проиграл, походу. Да, он проиграл. Блять. Лол. Слишком много ошибок. Даже, ну, сейчас не позволяю проебывать такие дули, когда человек сколько ошибается. Ну, реально, это просто пиздос. Очень много. Ой, блядь, что я сделал? Ай, боже. Вылез с автоатаки. И все. То есть дал автоатаку, не поймал линию бега его и слился из этого. В принципе, хочется, иди на танк, возьми, потрясти кабаса. Не-не, у меня есть. У меня, конечно, сейчас вот 3 лярда, но это не мои, это с турнира, который мы не провели. Их надо будет раздать обратно, ну, тем, у кого эти деньги. Поэтому вот. Блять, хорош. Хорош. Ну все. Сейчас еще будет молния. Там. Короче, пока у меня все есть. Все ок. Мне еще там один хороший человек подогнал ГСов всяких разных. Их надо будет продать. И пояс. Не могу найти. И вот эту хуйтушку надо будет продать. Ну, короче, если я захочу, как бы деньги есть, если продам. Так что, ничего не надо. Оп, минус ураган. Нет, апоц. Тоже слетаю. Ради PvP с ним можно купить себе хороший банк. Может по пути даже свитками измазаться. Попробовать как гей скатать.
типа на жир в некоторых моментах можно типа на жир попробовать скатать. Можно еще, конечно, шапку одеть, вот эти очки. Но, блин, они плюс один всего. Потеряю в уровне. Какой-то буст. Не очень приятно. Ох, лол. Я первый воин. Не могу купить. Отлично. Ну, куплю обычные по 1000. Тогда выможусь свитками. Раз я не могу купить топовую банку, тогда сожру все свитки. Я, правда, не помню, какой стихии не бьет 40. Но, по-моему, там 3 из 4 точно есть. Так что сожру я все. Хватит, ну, хватит. Соски есть, это есть. Жалко, жалко, не могу топовые банки купить. Но ему они, конечно, нужны. Он не переживает начальный дэмэдж. И поэтому просаживается и бывает за время своего шока умирает. Ему это не нравится, поэтому он решил купить себе банок. Не буду с ним станцем виза ставить. Кстати, станцем виза так процентов 20 к победе моей все-таки принесет. Но мне неохота сейчас не играть. Опа, попал. Не попался. Я думал, поймал. Еще и с луком в руках был. Так, что еще включить? Что еще включить? О, вот это хочу. Так, что-то я хотел по свитке слезть. Я не помню, чем он меня бьет. Он, блядь. Блин, не успел банку съесть. Но он все равно выиграет, да, молнию еще. Блин, с этими банками как-то выпал вообще из цикла ПВП. Как-то сначала приходится все. Там я уже придроченный был. Сейчас снова какой-то затуманенный. Снова минус туман. Да блин. Ну все, он выиграл. Слишком медленно все делал. Я не помню, молния есть у него. Нет, я выиграл. Ну, у него не хватило урона. Так, какого свитка не хватает? Воздух. Вода. Блять. Да, по-моему, все. Огонь, земля, воздух. Вода. Лол. Ну вот это то, о чем я и говорил. Какие-то смешные ПВП некоторые получаются.
он, короче, бомбанул, ну, как сказать, в хорошем смысле, то, что он меня не залил. Лол, просто ор, пизда. Просто капсом уже пишет. Снова отдал. А где мой КНУ? Что-то я не понял нихуя. Блин, тоже хороший ПВП. Интересно ПВП и в целом интересно с ним биться. В воздухе огонь снова вроде. Ну я не знаю, поняли вы этот момент или нет, но это было очень смешно. Боже, блядь. Чем там написал? Пишет, у тебя типа фул плюс 20. Но блин, шмот ведь не дает ничего против магов. Блядь. Я же заскринил эту хуйню. Ох, лол. Ну, у меня все не так плохо. Я должен выиграть. Или нет? Да, я выиграл. Ну, блин, он хитрый. Он даже уже в нулевых ситуациях, где... Ну, твит бы забрал. Ну, твит, да. В нулевых ситуациях пытаются извернуться. То есть там, где у него процентов 10 есть, хотя бы победы, он пытается ими пользоваться. Ну, то есть не отдает ПВП, если оно уже печальное. Блядь, ну там один еще уклон оставался. Все, если... Это слив. Давно не играл с интересом. Это, наверное, один из... Ну, не скажу, что за полгода. Но за долгое время, когда с интересом какая. Да что я сделал? Ой, боже, я вообще все напутал. Все, что можно. Я не понимаю, почему у меня вспышка не юзнулась. Я же нажал F1. А, блядь, еще язык не переключается. Язык не переключается. Ай. Короче, я думаю, он понял, что я полностью вообще лоханулся. Про Твида я серьезно. Ну, у Твида, видишь, Твид постоянно заряженный. У него там всякие 18 гримуары и так далее. Я не думаю, что у него там 18. И перо, я думаю, там, ну, не 9 какой-нибудь. Так что... Минус ураган. Минус молния. А с этого я не разведусь. Но я должен выиграть. Да. Да, да, да. А пушки с пером какие? У меня сейчас 19 и 17. И перо 8. Перо не мое, Каджируса. А пушки мои. Раз, два. Ну, видишь, 40 буст вообще не решает. У нас все кончается станлоком. Так что это... Ой, боже, вот это опять. Блять, он тоже хуйню делает. Не, я слил. Опять, короче, автоатаку дал с инвизом. Не понимаю, как это происходит у меня, но ладно. Просто даю автоатаку. Без ничего. Вот опять, ну, чё? Боже, какой, блин, раз. Второй подряд просто вылезаю с автоатаки. Не понимаю, почему скилл не юзается. Ну, типа, я даю... Я пытаюсь с вивингом дать.
жму единицу скилл, в итоге вылетает просто остало. Я вылезаю с инвиза, он жмет уклоны и все, слив. Ладно. Нет, этого немка. Все проиграл. Ну давай, стан с лука. Сейчас будет молния, и он выиграл. Да. Где мои уклоны? Хорош. Все, проиграл. А нет, я выиграл. Ну, он не ожидал, видимо, что я шок нажал. Просто забился, сверх, насколько я знаю. Если я не заметил, он недавно еще... Да блин, если он меня лочит... У него, видишь, проблема не в дэмэдже, у него в критах какая-то проблема. То есть, ему просто не везет на криты. Он вроде все делает ок. Он все делает ок, если лочит. И у него хватает урона залить. Но бывает такое, что у него просто все не критует, и он сливается. Ну там любой сорт сольется, если все не кританет. Причем еще так ужасно. Хорошо. Ох, блядь, что я сделал? Так поздно нажал. Такое я должен был выиграть. Он даже уже, думаю, понял, что ПВП не на его стороне. Но я просто поздно нажал. Блин, так лень снова свитками мазаться. Пиздец. Он какую-то гадость сделал. Может, хотел КНУ, ой, сон успеть кинуть до моего уклона. Думал, что я не успею. Заигрался. О, просто чё поздравил. Ну, ещё как там легенда. Да я не знаю как. Я зашел раз в месяц, наверное. До этого недели две назад со слэшером выходил подулить. А так все сам не играл. Попался. Попался. Он это на мувик снимает, кстати. Да пусть снимает, ради бога. Он, кстати, у меня спрашивал насчет этого. Мы с ним, когда последний раз сыграли, он сказал, мне нравится, как ты сыграл, ну, как мы сыграли. Ты не против, если я запишу мувик игры с тобой? Я сказал, ну, типа, нет проблем, записывай. Так что, ради бога. Ну, я бы не сказал, что я в лучшей форме сейчас, я думаю... Но я думаю, что он найдет там что отковырять из этого всего. Так что, ради бога. Ха-ха.
Я бы, конечно, скатал тогда, когда мы катали на мувик. Ну, сейчас потому что какой-то, не знаю, не дискомфорт, но отсутствие привычки, что ли, каких-то микротаймингов и так далее. Это более лайтовая игра. Ну, опять же, с интересом. И не скажу, что я тут сижу такой и вот, блядь, вообще no emotion катаю. Нихуя. Ну, типа, стараюсь как могу, но чувствую, что немного не то. То, что я играю во всю, ну, пору нет. Блядь, опять поймал осу. Ну вот опять, видишь, у него в воздухе, когда он кидает эту хуйню, он вообще не критует. Он тебе в Discord написал сегодня или вы пересеклись? А я не знаю, я видел, что он меня добавил в Discord, в друзья. Ха, здорово. Сейчас гляну. Ну я думаю, вряд ли. Нет, ничего не писал. Нет. Попробовал в Атак Сити против тебя, что-то не понравилось. Атак Станы против, тут еще не... Да. Минус ураган. Минус расплава. Ледяные узы, магическая кислота. Нет, это мое ПВП. Так Станы не пробует, а тут еще играет на атаку. А, ладно, не все равно не понимаю ничего в чародеях. Козел. Лол. О. У меня лоб был в руках. Блять, вообще гадость какая-то. Не знаю, как он играет. Но мне кажется, тоже в ахуе с этих говняных ПВП. У него все ужасно, и у меня еще хуже. Ну, именно в последнем ПВП. Блин, хорош. Вот сейчас он очень годно сделал. О, ему не повезло. Ему не повезло, что я оттолкнул с лука. Fucking ball. Ну вот он и пишет. Ебучий лук. Ну, ну, тут как бы его ПВП. Спору нет. Просто затащил на какой-то хуйне рандомный с лука. Ой. Минус. Блин, у него еще КУ есть. Да. КУ, это я имею в виду уклоны. Шустрый челик, да. Как же это красиво научить играть в 1.40. Увы, на легенде у нас 40 мало кто играет. Мне интересно, сколько у него пинг, что он как бы так, ну, неплохо играет. Играет не шаблонно. Да, я говорил сейчас то, что он, ну, ты, видимо, еще не зашел туда, то, что он в тех ситуациях, которые проигрышные, он цепляется там за последние там 10% возможности, то есть пытается, сливается чаще, конечно, но в целом ПВП от этого только красивее становится.
То есть, ну, многие обычно просто уже встают и отдают PvP полностью. Он же как бы, ну, до последнего пытается. Блять, ну что сделал? И все, дерево. Опять дал эфтоатаку. Да что ты говоришь? Сколько можно, блин, на эти эфтоатаки из Сенвиза? Хотя им больше от провайдера зависит. Что-то я уже устал порядком. Еще может полчасика потом. Да, ну и чё, ну я же нажал на шок, он даже не нажался. А, он докастовал эту хуйню. Это баг. Лол. А чё за чел? Откуда он с нотки? Он иностранец какой-то, как я понял. Ну, точнее, не понял, но так и есть. Боже! Опять баг. Ну это говно. Ну тут как бы моё уже. Да боже, ну зачем это все? Ну. Как бы я думаю, он понимает, что это баг. Просто дальше катает в свою игру. Чё это он? С ума сходит. Мисс. Пук. Пожадничал. Уклон не знаю. Если бы лизнул, он мог еще отыграться. Да боже, о, я думал опять забагал. Хорошая ПВП. Паша. Чуть-чуть. Я могу? Нет, я уже не могу выйти.
Слишком часто. Вот его. Ага. Так, нет, на легенде сейчас, по-моему, никто с Сорпентой не играет, годно. Ну, тут, наверное, нет, на самом деле. Опа. У меня вообще на мой как-то символ учился, насколько я знаю. Тоже сохранил, кстати. За время ПВП с ним порядка 5 штук. Ну такие, меня больше интересуют какие-то фаст-убийства, нежели игра на тактику. Мне надоели эти тактические моменты, я больше сейчас на быструю смерть передергиваю. Как-то это по мне более интересно. Ну, типа таких. Это, как по мне, более интересно. Не знаю. Ой, блядь, он залочил меня. А я проиграл. Хорошо, затаймил. Боже, как жарко. Не, проиграл. Лол. Два стана с лука. Ну я вообще все, короче, сделал очень хуёво. И он просто... И два раза вылетает отталкивание с лука. Мне кажется, он сгорел немного после этого. Но я бы точно бомбанул. Может, мою, кстати, соберу с ним. Но, блин, это надо его моменты тоже сохранять. Но будет некрасиво только свои победы закинуть. Ну, вообще крайне некрасиво. И ему будет это очень сложно объяснить. Писать описание только кролику, если такое.
Именно с уклоном. Ну я выиграл. Если сейчас собьет хоть раз. Да. Блин, с ним туго общаться, потому что я еще лось еще тот в английском языке. Поэтому это языковой барьер. Бля, он выиграл. Ну вот кто сначала смотрит все эти дули, сколько я с ним вот катаю? Какой у нас примерно счет? Ну в процентном соотношении. Я думаю, где-то все-таки 60 на 40 в его сторону. Наверное, так где-то. Либо... Ну, я вряд ли думаю, 50 на 60. Думаю, все-таки он побольше забрал. Немного, но побольше. И чё это он такое сделал? Мне вообще непонятно. Ладно. Вот это тот момент. Вот это он круто сделал, на самом деле. Это тот момент, где он зацепился за свои 10%. 50 на 50 же. Ну, мне кажется, всё-таки я чуть-чуть побольше отдал. Мы с ним последний раз играли, там я с отрывом ушёл. Ну, с достаточным. Сегодня, думаю, все-таки он побольше меня взял. Не скажу, что намного, но у меня такое чувство. Блядь. Странный ПВП. Дожмись. Блин, а шо? Раза два-три нажал. Хуй не жмётся. Чё за трек такой? Ок. Бля, это была охуенная ПВП. Почаще вот так. Все критами вылетает. Тогда, блядь, мне и немка не нужна будет. Если все критами будет. И чё это? Боже, блядь, ебаный сервак. Завис. Спрашивать даже. Ну и чё это, блядь, я нажал на шок. Вот.
Блин, собрать что ли мувик против него? Ну, такой чисто вот быстрых киллов, типа с хорошим сорком. Он ведь не в говне одет. Здорово. Ничего, как просто. Докатаем. Мне нравится. Ну да, он хороший. Он меня просто спросил, дать какой дискорд. Я думала, вот там говорили. Блять, запутался. Сука, сейчас мог вообще очень круто сделать. У него, короче, кончался просвет, который палит первый инвиз. А я хотел уйти в инвиз после шока. И, блядь, там по таймингам все так один в один выходило. То есть, блядь, это бы очень красиво выглядело, да. Ну, с моей стороны. Но был один минус, то что у меня был луп в руках. И я нажал вроде свап, чтобы инвиз можно было заюзать, просто он не юзается с луком. Пиздец. Да. Жаль. Блин, это реально такой фейл. Жаль, что рук был в руках. Почему немка не пытаешься задоджить ДПСом, стараешься убить? Да я уже как-то лейтово играю. Он, ну, его сложно немку задоджить. А есть такие ситуации, где реально можно бустом забрать. Все, смотри, я пустой. Блин, не успел. Чуть-чуть. Поймал немку, но я без шока очень долго делал, и он выиграл, хотя, ну, у него еще молния, по-моему, есть, да, все, он выиграл. Блин, сплю уже. Вижу, что есть спасение. На мне висят корни и около полусекунды, наверное, снимаю. Какой-то слоупок мод он. Плохо. Опять автоатакой вылез с инвиза. Дал две автоатаки. Блин, сколько уже? Раз 10, наверное, за все ПВП. Вылезаю с автоатакой с инвиза, и он успевает что-то тыкнуть. Причем такие автоатаки долгие.
Я проиграл. Не надо было там разводиться. Нет, я выиграл. Я ему кажется, что ли, сбил там луком. Не понимаю уже, что происходит. Почему он, блядь, не убил? Ой, блядь. Но он молодец. Ну, на шару уже давал свой ебучий слип. Я все равно прожал шок. Неплохо. Храню. Эпично. Тоже неплохо. Блин, единственный минус, что я не сохраняю его дуэли. Где он действительно делает тоже красиво. Блять. Вот это хуёвая привычка. Какой-то, блять. О себе только думать. Не могу переучиться. Какой-то, блядь, жадный становлюсь. То есть, блядь, там, где можно сохранить его дули и можно сделать полноценный мувик один на один, я как черт сохраняю только свои, блядь, мувики. Охуенно. Бля, интересно с ним играть, но я что-то заебался уже. Прям, блядь, все свои туши ебучие. Минут 10 еще ебануть максимум. Да и он уже, видно, походу, тоже подзаебался. Так же, как и я. Уже просто на такой хуйне. Отдал оковы в шок. Ну и что, зальет? Там ведь нет урагана еще. А, он выиграл. Тоже, блядь, годно.
полностью отдал. Блять. Блять, что за адские песни Паша накидал? Не хочу такое. О. Блять, козел ебучий, одновременно нажали. Хотел ведь не жать. Не повезло. Но спасение срезистило молнию его. Там и так, конечно, так себе все шло у него. Но еще и молния минус. Вообще хуево. Молодец. У него, по-моему, молния. Да, это слив. Какие-то стигмы меняют. Бля, я бы уже вообще закончил. Он там еще тактики собирается менять. Блять, как это выглядит, пиздец. Надо же, блять, так придумать. Повязка, через которую горят глаза. Ну что за пиздец? Так нормально.
Ну, блядь, он еще и бум поставил. Но это же, блядь, не по ФП. Ставить бум. Ну, типа, нахуй. Зачем? Типа, блядь, этот скилл, сука, который только у Асмок есть. Нахуй он ему. Бля. Бля, ну нахуй он бум поставил, боже. Это ж, блядь, хуйня. При том, что я и так, как бы, даже станции инвиза не ставил, хотя он по ФП еще разрешен. Типа, что за хуйня? Бля, что я юзнул? Зачем? Зачем? Просто пытаться как-то объяснить ему, вообще, по-моему, мертвая затея. Наверное, единственный сорт, вот, блядь, играет хорошо, но, блядь, при этом не по правилам. Ну, если ставит бум. То есть до этого же все нормально было. Бля, я не знаю, как ему объяснить. Не поверишь. Ну, не знаю. По-английски напиши бонус, не знаю, запрещен. Блять, это так пишется, бум. Но я не знаю, как на английском. Ну вот и я не знаю. И как ему это объяснять, я тоже не понимаю. И мне, если честно, лень. Пусть уж катает. Я еще порядка 5 дулек ебану, и потом мне уже похуй будет. Ну, мне просто реально впадло. Так, а скажи ему потом, но не сейчас. Потом. Ну, просто он же должен понимать, что это расовое дерьмо. Ну, у них на нотке не было таких понятий. Не знаю, почему бы и нет. А, он все походу. Блять, он полетел за ебаными обманками. Да я бы уже закончил с ним. Сейчас. Да, что-то я уже заебался. Сколько мы уже с ним дрочимся? Час, больше не знаю. Ну, часа полтора, наверное, даже. Да? Сейчас скажу.
Да, веда час. Я могу написать ему сейчас, чтобы он не узнал. Да, забей. Я сейчас уже ему скажу, типа, все, я заебался. Спустя 2 часа. Да, лучше напиши ему, что я заебался, и я уже все. Ну, напиши сам, что ты не можешь. Я думал, ты с ним как-то тесно там. Да ну, какой тесно, я с ним, ну, как, не знаю, особо не общаюсь, просто так вот, не просил, чтобы сколько дала, и... Надо просто погуглить, как он называется по-английски. Ну, на будущее, конечно, это не помешает. Ну, типа, блядь, ну он же видит, что я асмасин. Его не удивляет, что я немку не юзаю. Ну, блин. Я просто не понимаю, что его сподвигло на то, чтобы вдруг заюзать его. Мы откатали час, и он такой, ага, у меня же есть бум. Я могу же его еще ебашить. В мувик запихает. Ну, может, что-нибудь тестил, типа, как он тебя будет убивать, с буном лучше или пофиг. Ну, просто, чё, блядь, кайтить мне эту хуйню. 5 минут. Да бля, какие дуэли, вы чё? Бога Квитнес так и называется. Так что поймёт он. Он спрашивает, ты только что пожаловался на Бун? Да я не жаловался, я же сказал, похуй, пусть юзает. Ну, типа, это, наверное, сложно считать за жалобу. Не, ну просто... Если бы меня это сильно напрягало, я бы, блядь, начал ползать по базам, искать ID предмета и, блядь, линковать ему. И писал бы don't use. Ну, я сейчас скажу ему, что это запрещено, раз уж он мне сам написал. Спейзи, бэ. Блять, а он еще и вышел из игры? В Дискорде не знаю. Где друзья? 400. Бля, его нет в сети. Даже стрим переназову как PvP с Frostbite. PvP Frostbite. Он так пишется. А какой у него ник там? Ну, main. Че сейчас? Основной ник у него какой? Ясунг, по-моему, так? Ясанг, не знаю. А чё ты спрашиваешь? Да я видео на ютубе переназову. А, ну, это его канал Ясанг, но так-то у него ников дохерели вам было. Ну, насрать. Будет Ясунг.
Да блин, напиши Frostbite, все, зачем?